Туристы стали чаще покупать путевки в Дагестан. По сравнению с прошлым сезоном, спрос на республику вырос на 25-30%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. Путешественники покупают как пляжные путевки в республику, так и комбинированные программы, включающие в себя экскурсии и отдых на море. Дагестан уверенно держится в топ-10 направлений организованного туризма по России.